Игромания представляет. Unravel пленяет домашним теплом и уютом. Каждый уровень здесь, по сути, самое обычное для нас с вами место. Гараж, жужжащая механизмами фабрика, сад на заднем дворе, заснеженная лесная опушка. Но все они показаны через призму восприятия крошечного существа, незнакомого ни с бытом людей, ни с окружающим миром. И потому Unravel с первых минут заражает любопытством в отношении всего вокруг. Все такое большое, непонятное и жутко интересное. Шерстяной Ярни, вытянув рычаг, неуклюже опускает автомобильное сиденье. Потом пытается дружелюбно поздороваться с бабочкой. Не без усилий сбивает с веток яблоки, чтобы сделать импровизированный плавающий мостик. Уворачивается от стрекочущих сорок и делает еще кучу безумных душевных вещей, от которых почему-то хочется сию же секунду приготовить себе чай с вареньем и укутаться в теплый плед. Ярни связан из пряжи, и пряжа для нас и основной ресурс, и интересный способ разделения уровня на части. За человечком тянется шерстяная нитка, и чтобы не закончиться, ему постоянно приходится собирать шерсть, потому живет Ярни буквально от мотка до мотка. По пути вы импровизируете. Связываете нитью две ниточки, чтобы получился, скажем, мостик-батут. Перемахиваете с одного возвышения на другое, используя пряжу как лассо. Вспомните старые игры про Человека-паука. Ярни скачет по веткам примерно так же, как Питер Паркер меж небоскребов. Или, если угодно, как Натан Спенсер из Bionic Commando. А пряжа постоянно разворачивается. Если попытаться пройти уровень неоптимальным путем, нить может кончиться в двух шагах от следующего мотка. И обессилевшему Ярни, от которого остались рожки до ножки, придется плестись обратно и отвязываться от ненужных крючков, чтобы дотянуть. Unravel почти не меняет правила до конца игры. Все показывают в самом начале, а дальше вы 10 часов решаете до боли похожие задачки. Заканчиваются локации всегда чуть более занятной головоломкой и нахождением очередной вязаной нашивки. Всю дорогу Unravel маскирует однотипный геймплей убаюкивающим сочетанием картинки и звука. И вы вполне можете начать себя подсознательно уговаривать. Мол, это не игра скучная, это, наверное, я расслабился. И с одной стороны, да, Unravel большую часть времени и правда оказывает мощнейший расслабляющий эффект и рассказывает душевную, пусть и немного наивную, историю о семейных ценностях, детских воспоминаниях и о том, как быстро течет время. Игры в последнее время стали часто обращаться к подобным темам, но Unravel не пытается выдавить из вас слезу. Она действует достаточно тонко, молча донося все, что нужно. Как и Limbo, Unravel делает акцент на эстетику, идею и оригинальную физику главного героя. Но если в Limbo многократное переигрывание отрезков казалось органичным, игра-то по большей части про мрак и погибель, то в Unravel недолеты, перелеты и прочие физические казусы лишь нарушают ритм, развеивают очарование, короче говоря, расстраивают. Увы, Unravel почти моментально выветривается из памяти. Это одна из тех игр, о которых в разговоре можно сказать лишь «да, прикольная штука», но вряд ли больше. Ее история не так глубока, чтобы по-настоящему запасть в душу, а геймплей не настолько изобретателен, чтобы не скатиться в повторение одних и тех же действий на протяжении всей игры. Советовать Unravel можно лишь как единовременный заряд красоты, жизнерадостности и кристально чистой доброты. С этим она справляется отменно.